Сухая ветреная погода, жечь нельзя. А с 23 марта губернатор ввел особый противопожарный режим на территории Амурской области, в том числе на территории Белогорья и иных населенных пунктов городского округа Благовещенск. Поэтому разводить костры, сжигать сухую травянистую растительность, в том числе вот эти вот бочки, да, и иных металлических емкостей под строжайшим запретом. Тем амурчанам, кто нарушит правила особого противопожарного режима, грозит штраф в размере 5000 рублей. Для юридических лиц цифры в разы больше – 400 тысяч. Между тем, в ходе рейда патрульные группы провели разъяснительные беседы с сельчанами и выдали им памятки. Подобные обходы планируют проводить ежедневно до стабилизации лесопожарной обстановки на территории области. В условиях действующего особого противопожарного режима вводятся запреты на разведение костров, сжигание мусора, отходов, листвы, тары, то есть иных горючих материалов, которые складируются на земельных участках частных домовладений, территории организаций, независимо от форм собственности. То есть любое применение открытого огня запрещено. В состав патрульно-контрольных групп входят сотрудники подразделений надзорной деятельности и профилактической работы, полиции, специалисты администрации. Они обязаны своевременно выявлять и пресекать нарушения по пожарной безопасности. В зоне пристального внимания – дачные и садовые участки, села, леса, прилегающие к населенным пунктам.